хотел я к ней местной аджики. Я читал про нее, что она очень острая. Что наши туристы, попробовав ее, потом полдня бегают по отелю. Вот так вот. Ну, я люблю острое. Сидел местный мальчик, короче, маленький. Увидел это. Замер. Сидит и смотрит на меня. Я сижу уже в грязь лицом, нельзя было ударить. Сижу и ем это. Да. То, что давали перед гуляшом в Венгрии, это детский сад по сравнению с этим. Мне горько было от мизинца на ноге до волосика верхнего самого. Сижу, отхожу до сих пор еще. Жесть. Кто любит острое,